Всем привет, с вами Ниагара. Продолжаем. У нас глава называется «Водопады». Этот древний город состоит из множества уровней, каждый из которых является основанием следующего. Опасность притаилась за каждым углом. Он проявил величайшую стойкость. Но это путешествие будет гораздо длиннее и труднее из тех, что когда-либо выпадали на долю человека. Ему понадобится вся сообразительность, чтобы найти другой путь к сердцу города, где сама судьба ожидает его. Прямо сама судьба. Страсти какие. В общем, я за кадром прокачала немного навыки. Нашла еще два кристалла. В общем, там увеличивает здоровье, но на такой мизер, что даже смешно. Что я-то думала, ну, хорошенечко так. По крайней мере, но не, нифига подобного. Вот. Что у нас еще из навыков? Вот вам покажу продвинутые приемчики. Вот сколько всего уже накуплено. Тут только улучшать нужно, а так все, в общем, там. Но, знаете, все комбинации вот не запомнить. Тут сколько раз нажать, держать, в каких местах там разные... Есть сочетание, в общем, там, не знаю. Волна кинжалов у меня куплена. Так, реликвии нет, не качала пока что. Ну вот, и очень хорошо качаться на именно этом, на великане ледяном. Потому что заваливаешь его минуты, наверное, за 3. За это сразу 1000 дают. Очень удобно. Нашли свиток. Я обшаривал трупы братьев в поисках кристаллов. Если я соберу их достаточно много, то стану неуязвимым. Эти дураки пусть занимаются спасением мира, а я вскоре покорю его с моими новыми силами. Я уверен, что где-то рядом кристалл света. Я его найду. Никто меня не остановит. Никто. Мы видим, как никто тебя не остановил. Что здесь? Нифига. Я уже как-то отчаялась эти вазы разламывать, потому что в них обычно ничего и нет. Так. Статуя. Ну, статуя что? Может быть, там кинжалы, нет? Нет. Куда ты улетел-то? Как-то он у меня неудачно прыгнул. Ну. Вообще не прыгнул. О, боже. Какой-то страшный спуск. Вообще. Ракурс камеры неудачный совсем. Ну вот, снова здорово. Нет. Кинжальчиков-то даже нету по твою душеньку. Так. У меня маловато хп, чтобы биться с ней. Так что нужно не зарываться и действовать аккуратно. О, она меня траванула. Ну, убила, походу. Потому что у меня сейчас будет уходить здоровье. Я еще живу, но очень слабо. Ее вот эта выпадка опасная, блин, как не знаю кто. Травит как-то. Сколько у тебя хпшечек? Неудобно, да, что вот я не вижу ее здоровья. Вот этот ее прыжок еще как бы предсказуем. О, можно сесть. Ну-ка пошла сюда. Господи, она такая противная. Укращай ее.
Так, как оседлать? Ну, оседлали на атаке X ближняя атака, Y дальняя. Может использовать свою паутину. Верхом на пауке, обалдеть. Я так понимаю, нам сюда, наверное. Ага. Вали дерево, давай, давай. Класс. Так, а теперь, чтобы ее задушить, мне надо ЛТРТ. Все. Дамочка готова. Паук выронил кристалл магии света. Выронил. Так, один есть. Что паук с ним делал? Тут нет нифига. Таскал с собой. Так, друзья. Ну, классненько, мне нравится. Вот мне все локации прямо нравятся в игре. Не было еще ни одной такой, чтобы я сказал, фу, что-то как-то это. Все здорово. Так, ага. Аккуратно. Вот эти всегда опасаюсь, потому что... Ой, ё-моё, зачем такую камеру-то сделали? Там уж, там можно улететь. А здоровья немного. Жаль так помереть. Так. О! Это плохо, это плохо. Это плохо, очень плохо. Ну-ка. Похилька меня. Так, хилимся же, да? Ах ты, гад! Ну, когда он в блоке стоит, то у меня, по-моему, не хилит. Так. Ага, кончилось все. Уходи, уходи, уходи! Надо. Что-то близко я к нему подхожу. Ненавижу вот этих вот созданий. Именно вот этот вид. Тут еще так узко. Бороться-то с ним. Ау! Но если бы я не применила бы магию света, то все, он меня уже дома положил. Пойдем, пойдем, пойдем. Да как так-то? Я нажала, нажала. Ну, что такое-то? Паразит. Что, грохнет меня сейчас? Ага. Ох ты, жесть какая. Ну, у тебя там немного же хп-то, давай. О, мамочки. Да. Я так и знала, что, блин, все-таки. Тихо-тихо, начал сразу жестить. Сейчас.
Ах, гад. Хватай его. Есть. Неужели? Как у меня достал этот... Не буду называть, кто. Вообще выбесил. Так, мне там наверх зацепиться можно. Отлично. Отклоните левый стик, чтобы двигаться влево или вправо. Ага. Вот так вот раскачаться. И меня сохранили. Ну, слава богу. Мне надоело с ним сражаться. Красотень. Треки такие симпатичные в игре. Ну нет, ну только не опять, пожалуйста. Своими братьями пришел. Я там-то мучилась с ним. А! Ах ты гад. Тихо. Это нечестно, что ты так можешь ударять. Бесишь. О, там можно будет, наверное, почитать. Он, во-первых, закрывается. Потом бьется. Гад такой. Тяжело его победить. У него есть резкий вот такой выпад. Вообще бесит. Так, ну ладно. Где ты там? О, пробежал. А, все, побежали. Сейчас главное не нафейли. Есть. Тут хорошо, что с первого раза получилось. Не зафейлить куда-то есть с ним. Потому что противно потом по новой все это. Так, давайте-ка посмотрим. Здесь свиток, наверное. Да. Я выяснил, что посещение уже пройденных территорий может принести существенную выгоду. Я обнаруживал ценные предметы и реликвии, которые еще не мог использовать в тот момент. Но когда я набирался сил и опыта, то возвращался за ними обратно, чтобы усовершенствовать свои навыки. Буду сверяться с картой, чтобы уже точно ничего не пропустить, что могло бы мне помочь. Сверялся. Заметно. Что скажете, тут у вас ножичек был? Подожди. Сломаем, да? Кто-то строил. Пришел Габриэль. Наверх или вниз, давай попробуем. Ну да. Не ожидала, что у него такая бесконечная цепь, на самом-то деле. Далековато, нет? Вижу, что она там сверкает, но что-то... Не зацепится за нее. Слишком далеко. А, нет. Он оказался проворнее. Ты что бесишься? Что
что он этим хотел сказать? О! Какая жесть. Это был отвлекающий маневр, что ли? Блин, я не люблю, когда делают сочетание монстров. Ну, что-то своих-то тоже. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо. Знаете, что творится? Нужно успевать уворачиваться от этого. Ну, блин, да отвалишь ты, то что ж такое-то? Гады какие. Ну, я немножечко подхилилась, но все равно. Они что, так и будут лезть? А, дуреть. Ну, замечательно. Ой-ой-ой. Ну все. Это точно грохнет меня. Как биться с тобой? А? Вы не можете разрушить самостоятельно, понятно? О, жесть. Что я была не готова к такой битве, на самом-то деле. Так, давай. Откуда мне тут сюда? Да, пропускаем заставку. Ну, слушай, ну если б не мелкий, мы бы с тобой, конечно, быстро, ай, поговорили бы. Ну, это что было сейчас такое? Да, блин! Ты чё, нарочно? Ад? Тихо. Он, по-моему, атакует как-то часто. Или мне кажется? Тихо, тихо, тихо! Ты чё творишь-то? Ты угомонись. Своих-то тоже коцает. Да блин, слушай, чувак. Нет, он слишком часто атакует. Офигеть. Отвалите! А, да похильте меня. Нет, это сдуреть. Короче, ладно. Я не знаю же, как здесь проходить, у меня вообще задрал. Подождите, да что такое? Тихо. Ау. Ну что, он там своих-то тоже убиваешь, да? Ох, жесть какая. Ау. Офигеть, я вообще не представляю, я с ним там-то мучилась. Когда он был один. А здесь эти лезут и лезут. Ну это вообще. Отходи. Ау. Вовремя подпрыгнул. Так, подожди, подожди, подожди. Подхилиться. А-а-а! Тихо.
О, пошли, хватай его, хватай. Иди-ка сюда, дорогой, так. Ой, мы его оседлали. Икс или Игрек, рукопашные атаки. Чё ся? Вали их нафиг. Вот так, отлично. Какой ты молодец. Они достали все. Слушай, ты замечательная чудила. Вы не можете носить ваш кинжал. А можем вот это вот разломать? О, класс. Может, сейчас уже они отвалят от меня. Так, подожди, задуши меня. Вот этих вот надо всех убить. Или они только будут лезть? Это соберем. Ну, мы можем с ними посражаться, пособирать пока. Все? А, все. Ладно. Спасибо. Все было круто. Я, кстати говоря, снизила там сложность, уровень сложности, потому что, ну все, я замучилась, честное слово. На каждом таком зверьке переигрывать надоели. Так. Тут опять направо пойдешь, налево пойдешь. Куда пойдем? Попробуем правый проход. Что тут? Ну, они, наверное, оба ведут, в общем-то, сюда. Хотя, может быть, и нет. О, рыцарь. Чем поделитесь? Кристаллом. Супер. Так, тогда я хочу тот проход еще проверить. Что там у нас? Так, а да, я себе полечилась. Так. Подожди, захват, и потом там вперед-назад. Готово? Сохраночка. А что, снова? Кто-то жаждет моей крови. А, где вы? Ой, как он надоел вот этот вок. Просто жесть. Эха. Тихо. Да что ж такое-то? Своего вон. Валил бы до этого дружка. Так, подожди. Да, я знаю, что ты так будешь делать. Ух. О, все, нормально, хватай. Есть. Вот это было сейчас хорошо. Но только он меня укусил. Давай, нападай. Ну что? Сердишься? Все, успокойся, хватай его. Сейчас главное не фейлить. Так, давай, добивай. Готов. Ну все. Там просто не дожало, видимо.
Все шло хорошо. Надо было быстрее нажимать. Так. Назад прыгнем или можно перебраться? Не люблю, короче говоря, вот этот вид именно. Тут в этом уровне их третий раз уже вставляют. Оборотни. Так, слушай. А, ну да, нет, все нормально. Я думала, там это. Подожди. Наверх. А, да, наверх. Я думала раскачаться. Нет. Сюда. О! Ну, с паучками у меня как-то попроще все получается. Они не так сильно бесят. Хотя противные. Сломает, ну да. Добровасить, паразитка такая. Давай. Началось. Уворачиваться умеешь, да? Красавица. Блокирует еще. На тебе. За камень зацепилась. О, попала. Давай, быстрее, 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 быстрее. А, паразитка. Ладно, ничего. Я там за счет нее похилюсь. Ну-ка. Нам, наверное, опять на нее сесть надо. Тут сейчас частенько стало такое, что с кем ты дерешься, и потом надо оседлать. Ну да, 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 да. Че, все? Ну, поехали. Ну, лошадка. Так, слушай. Тут, наверное, паутинкой надо что-то сделать, не? Ага. Точняк. В общем, привязала мне мостик, может быть, свободно. Аккуратненько так, как тын-тын-тын. Ну, на легком, конечно, быстрее накапливается эта сила света-то, которая и урон лучше наносится. Что там делаю? А, не может он. Вот. Пополнил. Все. Ну что, прямо внутрь пойдем? Тут у нас так, подожди, ломать. Так непонятно, что там такое. Это для определения устройства здесь требуется магия теней. У меня ее нету, да? Новый амулет. Вы получили медальон магии теней. Вот только мы его и получили. Во время ее действия атаки наносят большой урон за счет энергии магии теней. Использование РБ. Нажмите кнопку РБ, чтобы активировать или деактивировать магию теней. Поглощение R. Ну, то есть, все то же, как со светом, только правая сторона. Так.
Вы можете выполнять оба типа магии одновременно, нажимая на оба стика сразу. Чуся. Какая интересная штука. Найдите источник нейтральной стихийной энергии, чтобы заполнить магией ваш новый кристалл теней. Это вот здесь ведь на выходе у нас. Вот он. Выполняет? Нет, но... Да. А, вот так. Все, да? Нажмите арба, да. Сейчас нажмем. Вот здесь, я так поняла, нужно им воспользоваться. Так. Ну и? Ага. Вот оно как работает, нифига себе. Интересно. Теперь вы можете комбинировать магию света и теней, что позволит вам использовать очень мощные приемы для поражения противников. Используйте магию света ЛБ для восстановления здоровья, магию теней РБ для нанесения большего урона. Так, тихо. Да чё вы меня в прыжке-то атакуете? Вы чё, совсем что ли? Бегут. Ну все, с этими разобрались и подхилились. Это ж хорошо. Угу. Прыгать сюда, понятно, хорошо. Спасибо, что подсказали. Я тут еще что посмотрю, есть что-нибудь? Нет. Так, они что-то мне предлагают так перебежать и зацепиться. Или он тут может это... Подожди. Наверх-то он не идет. Все. А, ну ладно. Так, слушай. Как-то страшно. Ага. Ладно. Получилось. Ага. Меня вот пугает то, что когда он цепляется, он как бы так, как сказать-то, отпускает полностью руки и падает вниз немножечко так. Так. Вот куда. А тут что, прямо вот так надо? Боже мой. Все сложнее, приемчики там прямо на весу. Все это выполнять. Вот камера, конечно, да, очень удобно. Спасибо. Что это? Что? Как? Что такое? Куда прыгать? Сидеть просто. Он вверх не прыгает, вообще никуда. А, вон вижу. Блин, господи. Издеваются, короче, по поводу камеры. И столько здесь этих вот лазаний, прыжков, прям Uncharted. Ну ладно. Спасибо за просмотр. Два магических кристалла собрано. Все замечательно. Куча вот этих оборотней убита. И тролль. И встретимся мы с вами в следующей серии. Спасибо за просмотр и пока-пока.